Доходная часть регионального бюджета выросла почти на 2 миллиарда рублей. Сегодня поправки и изменения обсудили в правительстве. Заседание провел председатель Кабинета министров Александр Смекалин. Всех благодарю руководителей отраслевых ведомств за ту работу, которая очень серьезно проводится. Задача, которую поставил губернатор по увеличению доходной части бюджета, выполняется. Выполняется хорошо. Министр финансов Екатерина Буцкая рассказала, откуда наш регион получил прибыль. Нужно сказать, что основные доходные источники – это, конечно, перевыполнение плана по прибыли – 719 миллионов рублей. Это акцизы на пиво – 432 миллиона рублей. И акцизы на крепкий алкоголь – 245 миллионов рублей. То есть вот эти три доходных источника, которые у нас значительно увеличиваются и влияют в целом на ожидаемое переполнение по доходам. Львиная часть средств уйдет в соцблок. Министр социального благополучия предлагает вложить средства в борьбу с бедностью, в зарплаты бюджетникам и в пособия для населения. На нужды многодетных семей 20 миллионов, приемным семьям 30. Сельским педагогам отводится 16 миллионов рублей. 200 миллионов должны получить ветераны. О соцработниках тоже не забыли. В рамках увеличения индексации, проведения индексации, увеличения заработной платы работникам социальных учреждений, подведомственных министерству социального благополучия, также планируется увеличение на 78 миллионов бюджет. Отрасли образования выделено 767 миллионов рублей. Из них 410 миллионов рублей пойдут на зарплату учителям, 40 миллионов на ремонт районных школ. Также средства должны быть вложены в развитие малокомплектных образовательных учреждений. Есть четкие критерии, по которым школа может быть отнесена к малокомплектной. Первое – это количество детей в начальном классе не должно превышать 20 детей без параллелей. Второй критерий – в основной школе, это до 9 класса, количество детей не должно превышать 40. На дополнительные средства Минздрав планирует отремонтировать ФАП и улучшить материально-техническую базу. Окончательное решение о распределении бюджета будет озвучено 16 октября на заседании областного парламента. Виктория Чуркова, Юрий Ломатов, новости Улправды ТВ.